Всем здравствуйте! После ухода из жизни Анастасии Заворотнюк поклонники пристально следят за ее семьей, ведь крайне нелегко пережить такую утрату. Так, например, у матери Анастасии Заворотнюк, Валентины Борисовны, и без того тяжелая судьба. В 2014 году умер ее любимый супруг. Спустя 4 года умер и ее сын. А в 2019 году произошло еще одно страшное событие с ее дочерью, Настей, поставили страшный диагноз – глиобластома. Анастасия Заворотнюк боролась с онкологией более 5 лет. Но, к сожалению, в этом году актриса ушла из жизни. У Насти осталось 3 детей – старшая дочь Анна, сын Майкл и маленькая дочурка Мила от Петра Чернышова. Дом, который Анастасия построила для всей семьи, она завещала старшим детям. Поклонники актрисы постоянно задаются вопросом, как теперь без Насти в доме уживаются ее мама и Петр Чернышов. Возможно, у них все хорошо, ведь мама Насти уже давно живет в семейном гнезде влюбленных, и, скорее всего, у них довольно теплые отношения с Чернышовым. Но сегодня в блоге Анны Заворотнюк пользователи заметили некий холодок. Девушка поделилась, что после потери матери она свозила Валентину Борисовну на ее родную землю в Нижегородскую область. Конечно, хочется повезти бабушку еще куда-нибудь, но нет времени. А Валентина Борисовна совсем не против сбежать подальше от стен, где все напоминает о любимой дочери, и даже внуки ее не могут удержать. Скорее всего, матери Заворотнюк достаточно тяжело ужиться с зятем под одной крышей. Именно вопрос проживания семья будет решать в самое ближайшее время. А у нас на этом все. Берегите себя и своих близких. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем удачи и пока!